Более трех десятков палестинских заключенных, освобожденных Израилем в рамках третьего этапа обмена, вернулись на западный берег реки Иордан. Представители Хамас заявили, что официально добиваются продления перемирия в секторе Газа до понедельника. Однако для этого, как сообщается, движению потребуется найти десятки заложников, удерживаемых в Газе другими группировками, включая палестинский джихад. В воскресенье Хамас также освободил 14 израильских заложников, в том числе 9 детей и 4 иностранцев. Среди освобожденных первая американка, 4-летняя Эбигейл Эдан, имеющая также гражданство Израиля. Ее родители были убиты 7 октября в их доме в кибуце Кфар-Аза. Кадры эмоционального воссоединения заложников с родными транслировались по всему миру. Среди них семья Шарон и Ноам Авигдори. Мать и дочь были похищены боевиками Хамас из кибуца Биере 7 октября. В воскресенье премьер-министр Беньямин Нетаньяху стал первым за последние 2 десятилетия израильским лидером, побывавшим в секторе Газа, где он посетил дислоцированные там войска Цахал и осмотрел туннели Хамас. Позже он снова заявил о том, что война с движением будет продолжаться до победы. Благодаря перемирию в сектор Газа стало поступать больше гуманитарной помощи. Из-за продолжающейся нехватки топлива и воды толпы людей скопились на автозаправочной станции в городе Рафах. Небывалый ажиотаж вынудил впоследствии ее закрыться. Некоторые жители Газы воспользовались перемирием, чтобы вернуться в дома и поискать среди обломков своих близких. По палестинским данным, число погибших в результате израильской кампании превысило 14,5 тысяч человек. По сведениям ООН, около 1 700 000 жителей сектора были вынуждены покинуть свои дома.